Сегодня в студии Борис Кригер и Владимир Каневский. Канада самым решительным образом осуждает применение химического оружия во время нападения на прошлой неделе на восточную часть Гуты в Сирии. Это официальное заявление Трюдо, нашего замечательного премьер-министра. Канада практически всегда поддерживает внешнюю политику Соединенных Штатов. Так случается, что когда она ее не поддерживает, почему-то у нас меняется правительство. Например? Вот Пол Март отказался в участии в Иракской войне. И очень быстро произошел скандал, и пришел Харпер, который практически в внешней политике никак, так сказать... Вы знаете, Борис, тут вы занимаетесь немножко, извините, политическим передергиванием. Почему? Дело в том, что действительно Пол Мартин не согласился вводить канадские войска. И очень быстро ушел. И действительно он быстро ушел. Но скандал-то его не касался никоим образом. Дело в том, что Пол Мартин пришел на волне скандала, который разгорелся с Жаном Кретьеном. Вы говорите о спонсоршип. Безусловно. И это было одной из основных причин. Я не имел в виду этот скандал. Нет, я имел в виду именно этот. Да, он вышел, вошел, это самое. Я не имел в виду. Имеется в виду то, что был скандал из-за того, что он не поддержал. И это был скандал. Буш в то время говорил, что Канада буквально всегда была, так сказать, рука об руку. Был скандал, когда он не поддержал. Но я вам могу напомнить, не поддержала что Франция, время, когда не поддержал Германия. Папа, опять же, не к ночи будет помянут, нашего замечательного Трюдо. Его тоже звали Трюдо, только Пьер Эллиот. С тех пор мы живем в Канаде с трудом. Да, так вот, вы, если вы помните, я пытался книжку читать про Трюдо. Очень толстая книжка у нас издается. Значит... Зеркальное отражение своего папы. Вот этот нынешний, но тем не менее. Так вот, при том Трюдо, Канада постоянно была не согласна с Соединенными Штатами. Тем не менее, он процарствовал, провластвовал и так далее. Никсон не хотел его видеть рядом с собой. Он его называл идиотом. Вы понимаете, от того, что в этой квартире жила прежняя семья, и они не ссорились, это не значит, что та семья, которая живет сейчас, у нее есть какие-то другие... Нет, я просто не вижу следственные... связи. Следственной связи, что в современном мире, как только правительство Канады не поддерживает, оно... Оно каким-то образом начинает меняться. То есть поэтому Трюдо и говорит, что мы поддерживаем это самое. Безусловно. Но здесь дело не в этом. Здесь дело совершенно в другом. А мы никогда не доходим до сути. Почему запретили использование химического оружия? Чем оно, собственно, лучше, чем нехимическое оружие? Хуже. Какая, собственно, разница? Убьют тебя бомбой или ты задохнешься? Это что, более мучительно? Да. Это вопрос. Это химическое, считается вопрос. Более мучительным. Так, всяк. Трудно сказать. Его запретили из-за массовой гибели в Первую мировую войну. И речь шла о массовом применении химического оружия. Так. Потому что тогда, когда они стреляли из пушек, они не так массово убивали, чем когда пускали газ. С тех пор наше оружие стало гораздо более эффективно, чем любое химическое. Мы можем так долбануть, что значительно больше принесем ущерб и значительно больше убьем людей, чем если начнем распространять химическое оружие. Что это доказало Хиросима? Ну, я говорю даже не об атомовом оружии, даже обычное оружие может приносить гораздо больше ущерб, чем химическое. Но химическое, ветер подул и все, и нет у вас химического оружия. Или подул и не в ту сторону, и тех, кто применил, их же и зацепило. Нет, здесь дело в том, что это некий фетиш. То есть вот, оно запрещено, но оно запрещено давно и по определенным тем резонам, которые были. Сейчас действительно совершенно не важно, выстрелили из обычного оружия или химического оружия. Это уже давно никому не важно. Это используется как предлог. И даже обсуждать, было оно там или не было оно там, это не имеет значения. Америке надо было, чтобы оно там было. Чтобы была причина. Для какой-то цели у них была надобность, мы не знаем точно для какой цели, эскалировать этот конфликт. Они вытащили химическое оружие, они его вытаскивали с Ираком, но по-настоящему не имеет значения, есть оно или нету его.
все эти вещи используются вот точно так же, как Гитлер начал там, с Польшей войну. Взял несколько переодетых немцев, поляков или кого там они это самое, да, устроил на границе вот такую вот вещь. Вот. Если бы Гитлера не свергли, не убили, возможно, об этом мы так никогда бы не узнали, потому что такая информация бы подавлялась. Это абсолютно частая практика, когда кому-то что-то нужно сделать для какой-то причины, то находят для этого причину, и она обязательно найдется. Но ведь мы... Точнее, вы, Борис, это все правильно, но вы уходите немножко от факта. А сама атака, химическая или не химическая, была? Была. Но это была не атака. Это была бомбежка, скорее всего. И действительно... То есть американцы нашли в бомбежке повод обвинить... Ну, бомбежки там постоянно были. Но вот одна из них была использована таким вот образом. Но если мы опять пойдем до сути, то вот он монстр, потому что применил химическое оружие. Понимаете? А если он применил обычное оружие, значит, он не монстр. Или они не монстры, если сейчас за то, что там кто-то погиб, погибает кто-то еще. Или Путин не монстр, если он берет и наших российских военных тащит неизвестно куда, до края света, защищать геополитические интересы России, которые совершенно легитимны, возможно, с точки зрения геополитики. Но получается, что все монстры. Получается, что все монстры. Сам принцип того, что человеческая жизнь обменивается на какие-то интересы, является принципом монстра. И в этом случае ни Трамп, ни Путин, ни Саддам Хусейн, ни Гитлер в сущности ничем не отличаются. Потому что их принцип заключается в том, что человеческая жизнь имеет цену, которую можно обменять на интересы. Вот говорят, они бомбят людей, получающих доллары в день, ракетами, которые стоят миллионы долларов. Дайте им эти деньги, они сами умрут. В смысле, сами уйдут. Да. Но здесь ведь интерес в чем? Давайте посмотрим, в чем интерес. Зачем эскалация? Как учил нас Владимир Ильич Ленин. Чей это интерес всей этой эскалации? Тех, кто производит оружие. Чем больше эскалация, тем больше нужно оружие. Даже не потраченного оружия в реальном конфликте, но тем легче выбить заказы на гонку вооружений. Ну, безусловно, потому что холодильников Розенлев надо гораздо меньше, чем... Надо меньше холодильников, потому что холодильники вы не будете покупать заранее, и вы не сможете их уничтожить, как это уничтожают с оружием. И вы не сможете сделать наценку, потому что оружие — это тот же холодильник, который просто набили взрывчаткой. Вот вам получилась бомба. Теоретически я считаю, что если их набивать взрывчаткой, делать взрыватель, сбрасывать холодильники, это будут прекрасные бомбы. Но исходя из американской логики, все-таки, я не сравниваю одного монстра с другим, не дай бог, но тем не менее, исходя из американской логики, ракетные удары гораздо эффективнее для спасения собственного, для сохранения собственного контингента, своих собственных людей, нежели чем заход в страну и охрана физическая тех объектов, по которым может нанесен быть смертельный удар. Всем оттуда надо убираться. Всем. И американцам, и русским, и всем оттуда убираться. И дайте им разбираться самим. И поверьте мне, если действительно произошла бы такая бы чудесная вещь, и их бы все оставили в покое, они бы все отстроили, залечили, ели бы свой хумус, пели бы свои бы арабские песни и жили бы припеваючи. Вот. Сигнал. Подключаю.